Приветствую вас. Давайте я вам кое-что с точки зрения психологии объясню. Понятно, что коллега Кудрящев Игорь Леонидович вам дал ответ уже. И понятно, что этот ответ достаточно полон, то есть корень проблемы в этом ответе отражен хорошо, но давайте я вам кое-что проясню. С точки зрения психологии, понимаете, не актуально и не важно пытаться подтвердить или оправдать, правы вы или нет на его счет. И с точки зрения не важно и не актуально придерживаться какого-то конкретного поведения для достижения той или иной цели. Понимаете? Потому что вы себе ставите цель, вы себе сами ее формируете, и вы сами выбираете модель поведения, да, то есть как бы исходя из своих ценностей, исходя из своих представлений о мире, о себе и о других людях и так далее. Вот. С точки зрения психологии гораздо важнее, в чем ваш конфликт. То есть, грубо говоря, вот вы пишете, да, что я все время не знаю, что ответить на его слова, да, на его слова до встречи. А в чем проблема, что вы не знаете, что ответить? То есть, конкретно, в чем проблема? А конкретно, на самом деле, конкретно... Проблемы нет, конкретно, потому что то, что вы описываете, да, это не совсем проблема, я бы так сказал, вот. А почему не совсем проблема? Потому что вы... значит, можете сказать то, что хотите? Вы можете ответить ему так, как вам хочется? Если вам действительно все равно, если он вас действительно не привлекает, да? Если он вас действительно не устраивает, но вы не знаете, и не знаете вы именно потому, скорее всего, не знаете вы именно потому, что здесь есть противоречие. Противоречие чего-то с чем-то. Вот. Ну, лично я думаю, что главное противоречие ваше в данном случае заключается в том, что есть надежда. Вот у вас есть надежда на что-то. То есть чего-то вам хочется. Понимаете? Но надо понять. Надо понять, чего?
Надо понять, чего вы хотите для себя. Что вам нужно? Что вам от мужчины, например, нужно? Да, то есть вот для чего вы пытаетесь выставить ему какие-то оценки, да, то есть, ну, хотите назвать его там ненадежным, там, ну, чтоб, ну, пустословным, да, и так далее. Вот для чего это вам? Какие-то живые желания за этим стоят? Ваш. Понимаете? Вот. И это, то это нужно исследовать. И раскрывать. Признаться себе в своих желаниях, признаться себе в своих потребностях, в том, что вам нужно. Вот. И дальше, потихонечку и их реализовывать. Понимаете? То есть потихонечку реализовывать свои потребности. Вот это все. Без обвинения кого-то, без оценивания кого-либо. И так далее. Без попыток, без попыток угадать, что это за человек, какой это человек, и так далее. Знаете, это все, вот все, что вы пишете, это история про ваше желание, которое реализуется, ну, не прям, да? Потому что вы пишете, иногда по работе зазваниваюсь с коллегой из другой компании по скайпу по рабочим вопросам. Он живет примерно в 200-200 километрах от меня и постоянно делает намеки на встречу офлайн. Но делает и делает. Возможно, у него игра такая. Возможно, он хочет действительно с вами встречи. Какая разница? При этом он меня как потенциальный партнер не очень интересует, приятный, но слишком самовлюбленный, много говорит о себе. Опять же, вы пишете, как потенциальный партнер, да? Как потенциальный партнер, он меня не очень интересует. А вы уже здесь в корне допускаете ошибку. В плане того, что человек вам по факту не знакомый, да, то есть вы его не знаете. А вы уже думаете о нем как о потенциальном партнере. С чего? Почему? С какой стати? Непонятно. Почему вы считаете, что он может быть или должен быть вашим партнером? Почему вы рассматриваете его уже в качестве партнера? Ведь между вами, кроме рабочих вопросов, ничего больше нет. Значит, у вас есть потребность в том, чтобы вступить в отношения. Зачем? Вы пишете, он слишком самовлюбленный, говорит только о себе. Допустим, так. Допустим, это действительно так. Но как быть с вами? То есть, как быть с тем, что вы этого хотите? Чтобы он говорил больше о себе. Какие чувства вызывает у вас тот факт, что он говорит о себе? Он должен говорить о вас? Может быть, но почему? Почему вы этого хотите? Знаете? То есть, называя человека самовлюбленным, да, вот называя человека самовлюбленным, вы, по сути дела,
его оценивать и оцениваете его, опять же, всегда с точки зрения своих желаний и так далее. Если вы оцениваете его негативно, значит, у вас что-то вызывает негатив. И это ваш негатив. И за него, за свой собственный негатив, вы несете свою личную ответственность. То есть, меня человек чем-то раздражает, он меня раздражает тем, что, например, говорит много о себе, ну, допустим, значит. Значит, меня это как-то задевает. Как? Это вопрос, да? То есть, либо я хочу, чтобы говорили больше обо мне, то есть мне не хватает внимания, либо я, ну, допустим, завидую, например, что он может о себе говорить, да, так, а я нет. Но это, опять же, в качестве примера просто. Может быть, и какая-то другая ситуация. Вот. Так, что меньше всего нравится, это его сообщение обычно при прощании со словами «до встречи», пока что онлайн. А почему вам это не нравится? Ну, человек говорит так, это по аналогии с, допустим, по аналогии с «до свидания». То есть вот очень многие люди, да, прощаются, прощаясь. Говорят «до свидания». Ну, просто вот они говорят «до свидания» и все. И что в этом плохого? В том, что они говорят «до свидания». Понятно, что никакого свидания не будет. Понятно, что никакой встречи, например, в том же интернете не будет. Но люди говорят «до свидания». Просто потому, что так привыкли. Вот. Понимаете? И до встречи точно с таким же успехом могут говорить. Понимаете, это нормально, не важно, где это в интернете или нет. Но еще раз повторяю, вас это задевает. У вас это вызывает какие-то чувства. Вот. Так и давайте вот подумаем с вами, да? Вот, что это за чувство вызывает у вас подобный расклад? Почему это у вас вызывает именно такие чувства, а не другие? Знаете? Вот. Дальше. Я все время не знаю, что ответить. Об этом я говорю, да? То есть, ну, это конфликт. Конфликт чего-то с чем-то, его нужно раскрыть. Ощущение, что он думает, что я сижу и жду, что он позовет меня навстречу. Ну хорошо. А, допустим, он действительно так думает. И что? И что дальше? Ну пусть думает, что в этом плохого. Для вас, лично для вас, что в этом плохого? Конкретно, вот именно для вас, что плохого в том, что он так думает. Вот для себя, да, этот момент определите, пожалуйста. Разве не может, например, человек, да, любой человек, думать все, что угодно? Про вас, например, все, что угодно человек думать может. Про, там, ну, про кого-нибудь другого человека все, что угодно думать может. Это нормально. Это нормально. Но вас почему-то это задевает. Вот, понимаете, да, к чему я хочу вас подвести, да? Я хочу вас привести именно вот к этому моменту важному, что вам эта ситуация создает дискомфорт. Не ему, а вам. Дальше. Значит, что он подает меня на встречу, но это не так. Хорошо, это не так. И что? Не так и не так. И со временем он это узнает. Зачем вообще такое писать, когда соберешься предложить встречу, тогда я пишу об этом, а не пускаю слова на ветер. Это родительская позиция, причем это критикующая.
родительская позиция. Знаете, она не... То есть это позиция текущего родителя. Делает так, как я, вот, как я считаю нужным, делает так, как, ну, как я считаю правильным, делает так, как мне кажется важным, делает так, как я хочу, и все. Знаете, какая история? Но почему, да, почему человек должен так поступать, грубо говоря? Ну вот вы считаете, что вот когда будете готовы, пиши хорошо, а он считает, что нужно делать по-другому. И что он не имеет права думать по-другому. Он имеет, и я уверен, что вы это знаете. Другой вопрос заключается в том, еще раз, как вас это вызывает, какие чувства это вызывает, потому что вы этого хотите. Вы хотите, чтобы он написал вам? Возможно, хотите, чтобы позвал вас на встречу? Ну, возможно. Я не знаю. Да? Дальше. В общем, подскажите, пожалуйста, как на такое отвечать, чтобы не думать, что я остался ждать, пока он мне предложит встречу. А почему вас так волнует, что он думает? Какая вам разница? Ну, серьезно, как вас задевает то, что он думает о вам? Какие чувства вызывает? Какие желания вызывает? Какие мысли появляются? Чего хочется в этот момент? Давайте подумаем об этом. Поговорим об этом. Как отвечать, а просто отвечать до встречи. То есть до встречи, и все. Не надо ничего придумывать. По поводу того, верно ли предположение, что ненадежный человек был и больше пустословный, мы не знаем. Нужно пообщаться с вами побольше, узнать его побольше, тогда скажем. Психологи не предполагают. Вот. А дальше, в том-то и дело, что я не хочу ему подыгрывать и давать понять, что я вообще это понимаю как намёк. Я не очень понял, аноним, что вы конкретно подразумеваете под нежеланием подыгрывать. То есть обычно вот подыгрывание это когда человек соглашается на ту роль со стороны другого, которую другой ему приготовил, да? И человек подыгрывает. Тогда, когда он либо этого хочет, то есть он понимает, что это игра, и его эта игра устраивает, либо когда он подыгрывает, не осознавая этого. Если вы знаете, например, что, допустим, ну, например, да, вы знаете, что он играет, вот, и вы не хотите в этой игре участвовать, то просто проявляете свое безразличие. И все. И проблем здесь скорее не будет, чем будут. Вот и все. Потому что формально, а вам как бы нечего ему предъявить, вот формально. Формально он вам ничего плохого не делает. Вот. Я вот только, наверное, знаете, что сейчас сделаю, я посмотрю. Значит, вот вы говорите, что он постоянно делает намеки на встречу офлайн. А какие намеки он делает? То есть вот вы не если. Вы воспринимаете как намек только его
в, ну, его фразу, его слово до встречи, да, то есть его прощание, если вы только это воспринимаете как намек, вот, что это, извините меня, больше, ну, больше выдавания желаемого за действительное. Если есть еще какие-то намеки, которые человек вам делает, да, то мне кажется, что это желательно бы все-таки проанализировать более подробно, да. Но в любом случае вы можете просто либо перестать отвечать, либо сказать, что вам такие элементы в общении, да, для вас неприемлемы. Вот. Вот и все. Но еще раз. То, что я хотел вам сказать. Это то, что вы, очевидно, сами нуждаетесь в отношениях, вы сами нуждаетесь в партнерах, партнере, точнее. Вы одна, вы не в отношениях. И именно то, что вы не в отношениях, создает вот эту вот ситуацию всю. Так посмотрите в корень. Если вы не в отношениях, то почему? Если вы хотите отношения, то что вы для этого делаете, чтобы эти отношения у вас были? Вот и все. Это решит моментально проблему, что вы не видели в мужчинах, да, потенциального, непотенциального партнера. Столько всего. И в этом смысле, если у вас не получается выстраивать отношения, в этом смысле мы можем вам помочь. Любой из нас может вам помочь. Потому что для отношений необходим ряд условий, которые вы должны соблюдать для построения здоровых отношений, а не таких вот, которые сейчас у вас выстраиваются, которые в будущем могут перерасти в созависимые отношения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!